Продолжаем. Я себе тут за кадром немножко позволил побегать заранее, зачистить укрепленный дворец Манисея. Осталось убить Полимарха, изучить данные и уничтожить факел Гипноса. Все я сделать тут не могу, потому что... Кстати, я не обратил внимания, сразу не сказал. Вот, дверка третьего уровня. И там за этой дверкой третьего уровня, судя по всему, сундук закрыт один. А, ты его не возьмешь. А слушай, а он не требуется тут в условиях. То есть, короче, я закрыть территорию могу, но сундук забрать не смогу. Но я, наверное, даже не буду пытаться сейчас закрывать до конца. Нам нужен полимарх. Ой, я думал, не успеешь. Ой, я его убил. Отлично. Наручи Декаста. Это последний? Это, да, последний кусок, кстати, факел. Может быть, нет, но данные я, наверное, должен тут изучить. Я, наверное, могу даже залезть, показать вот эту вот дверку. За ней сундук лежит? Это вот все, что там видно. Да, чего на него смотреть-то? Ну, а почему бы и нет? Сейчас вот так. Оп. Нет, нет. Здесь неудобно в этой Атлантиде. Стены есть, по которым лазить нельзя. Вот, да. Ну, мы знаем, да. А уровень я пока не достиг. Что там, не знаю. Возможно, там сюжетное что-то. Может быть, не сюжетное. Сложно сказать, нас это не интересует. Давай там заберем сундучок. Знания нам все равно нужны. Хотя можно, конечно, их оставить на потом. В смысле на потом? Тебе нужно шкалу набирать. Ну вот я и говорю, прийти... Рядом уже. Прийти уже, забрать сундук и знать, что здесь двери третьего уровня. Там сейчас территория, по-моему, закрасится. Ну, с другой стороны, я думаю, разберемся, так, найдем. Так, а значок-то будет гореть? Значок... Тускнеет, как будто я все сделал. Это у Аида так отработало. Но там не так много было этих проходов. Поэтому. Ну, покажи. Мы все запомнили. Ну вот видишь, он тусклый стал. И непонятно, теперь можно туда. А вот те, которые ты уже прошел предыдущего уровня, покажи значок. А я не знаю, были у нас такие. Вот. А, ну я тут не был. А то, может, они вообще серые становятся. Может быть, они вообще пропадают, или да, пропадают. Значки эти, если я там побывал уже и забрал то, что нужно. Да фиг его знает. Что это такое интересно тут? Где-то вообще в сторонке смотрю. Ага, ага. И тут вот тоже слева есть. Угу. И на севере тоже. Ага. Ладно. В каждом секторе. Пока не очень важно. Я на самом деле не знаю, что нам дальше делать. Ну, давай смотреть, что в заданиях. Да. Сейчас я наручи Декаста сразу добавлю. Поставлю, да. Вот, полный комплект. А если я шлем скрываю? Не то? О, у нее остаются эти, как бы, как у Ису. Угу. Татушки. Ну, вот это, кстати, прикольно, стильно смотрится. Сейчас я обратно на карты вернусь. У нас остаются только глобальные задания, если, конечно, сейчас ничего не открылось. У нас глобальное задание найти откровение хранителя. Раз, два, три. Мы знаем, кстати, примерно территориально, где их искать. То есть можно, наверное, за ними пойти. У нас глобальное задание вот этот уровень качать. Вообще не понимаю, почему это в виде задания сделано. Ну да ладно, пусть висит. И еще одно глобальное задание — это адамантин искать. Тут, кстати, тоже, по-моему, подсказывают, где их искать. Слитки адамантина можно найти в архивах и хранилищах сердца Атлантиды. Слитки адамантина хранятся в сундуках. Некоторые из них можно найти вместе с откровениями хранителя в круге возможностей. О! Мы можем сейчас пойти, наверное, за откровениями тогда. Угу.
И тут вот еще, кстати, в задании написано, что если Посейдон прав, откровение хранителя в Атлантиде главнейший источник знаний Ису. Едва Кассандра наполнится их силой, она сможет подчинить себе жезл и завершить испытание Алитеи. Ее путешествие подходит к концу. О как! Вы хотите сказать это все дополнение? Да ладно. Мне бы хотелось с Тут, Адамантином наверное, тебе разобраться. нужно шкалу дополнить до следующего уровня, что-то появится заново. Юго-запад, юго-восток, север. Метки какие-то появятся. А, юго-запад, юго-восток и север. Вот они. В трех местах расположены вокруг. Так что мы можем сейчас вот на этот вопросик как раз сходить. Я думаю, ты сейчас вот шкалу дополнишь, там не так много осталось, и появятся новые маркеры. Вероятно, очень вероятно. Но в любом случае, нам откровения надо делать. Мы спешить с ними не будем. Мы сделаем два откровения, наверное. Как раз у нас получится второй уровень. И там уже можно будет попробовать сориентироваться. Может быть, какие-то еще доп. Задания Ну, появятся. давай по ходу дела смотреть. Не, ну а если доп. Задания не появятся, то будем искать адамантин. Потому что адамантин — это побочное задание, которое... Сейчас сгорю. Нет, хорошо. Адамантин нам тоже как бы нужен. Ну, подбегай поближе, что ж ты стесняешься? А, погоди, кстати, Вперед. смотри, у нас там внизу табличка. Давай-ка мы ее заберем. Давай. Я ее видел, но что-то это А забыл. ты астракон не забирал тот, который мы находили? Нет. Лежать. Как же тут темно по ночам. Крит, крит, крит. Нет. Смогу я туда попасть-то вообще? Куда-то вниз. Как туда попасть? Подплывать, что ли? Смотри. Как они там ходят? Пока непонятно. Где-то вход. Внутри, может, это не заметили. Ладно, я предлагаю сейчас пробежаться, попробовать найти. Потому что нам их все равно надо собирать, чтобы качать. Да и там иногда... Еще, Ну, еще. не иногда, а там полезная информация. Что ж такое-то? У меня 95% критов. Саша 3 или 4 раза подряд уже не может критануть. Ладно, я, наверное, вру не 95%, но что-то очень близкое. Размышления Мнесея из личного дневника Мнесея. Из-за гордыни Посейдона мы обречены, как и циклы города. Есть те, кто способен принести Ису истинное величие, и они за вратами. За какими вратами? Мне это пока не Что, очень о не чем-то нравится говорит. вам, как Посейдон правит, да? Мне не нравится. Не дает эксперименты ставить. Но он же сам ставит, по сути, эксперименты, вот эти циклы. Есть лодочка. А, мне не нужна лодка, наверное, да? Боже мой, я вот не знаю. Я буду очень долго смеяться, если вот этот эпизод
тоже закончится каким-нибудь бунтом или переворотом, или еще чем-нибудь, революцией какой-нибудь. В каждом эпизоде. Ну, все к этому и идет, судя по всему. Не зря мы Элпиду поставили на трон. Хотя, может быть, конечно, это повлияет как-то на... Хотя, опять же, здесь разве отличаются концовки? Насколько я знаю, нифига тут вариативность не работает. Только присутствием или отсутствием каких-то персонажей, возможно. Возможно, да. Ух ты. Красиво. А, я могу сейчас не попасть туда, да? Какой уровень нужен? О, я вошел. Ну ладно. А по карте? Нет, чисто символически тут дверь поставили. Либо она не отмечается, когда уровень достаточный. Ладно. Интересно, какой навык нам видоизменят. Хочу какой-нибудь баф на внезапную атаку. Дайте ему уже баф на внезапную атаку. Стопроцентное убийство. Просит же человек. Да я шучу на самом деле, потому что... Жалко, что ли? Я же и так могу включить полноценное убийство внезапной атакой. Независимо от моих характеристик. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Так, Саша, какого фига? Я тут упрашиваю дать тебе баф. А ты говоришь, нет, уже не надо. Уже не хочу. Сначала убьем, потом почитаем. А, подожди, так я в комплекте на том? А, я с посохом бегаю? Да. Я еще и в комплекте не том. Еще и удивляюсь, почему оно не критует и не убивает. Нет никого чего-то. А, есть. Ого, это что? Прякает в таком количестве. Красивая. Красивая. Наверху что? Да. Наставили горшок. ВАНИ. Цикл 44-160. Доклад из посольства Атлантиды. Цикл 44-160. После представления доклада из Центра наблюдения за солнечной активностью, где сообщалось о прогнозируемых выбросах плазмы, Гермес, верховный ученый и инженер Персефоны, умчался из зала в ярости. Напряжение между нашими мирами все растет. Но из всех приближенных Персефоны один Гермес способен прислушаться к голосу разума. Нашей делегации пришлось обратиться лично к Аиду, но этот безумец, кажется, приходит в восторг при мысли о полном уничтожении всего сущего. Итак, у нас имеется царь мертвых, жаждущий как можно больше смертей, владычица, не желающая слышать ничьей правды, кроме своей, и владыка Трезубца, безвылазно сидящий в башне. Похоже, нестабильность солнечной активности наименьшая из наших бед. Ну да, забавно. Там наверху, наверное, гашки брякают. Да. Ты меня не видел.
Давай-ка по второму этажу пройдемся. Давай-ка. Вот бы хотя бы по сотне собралось. О, там этот колосс осторожно. Ага. Адамантин. Что тут еще остается? Откровения и таблички. Данные. Нет, только данные. Табличку мы прочитали. Ну я их всех называю. Оранжевые вот эти штуки всякие. Я просто под табличками обычно подразумеваю то, что можно почитать. Это откровение, а данные где? Я будто слышу ого. Мысли жезла. Благословение слышу Кроноса. Теперь это усиление доступно в меню способностей. Наяд. Да ладно. Кронос наделяет вас силой Ису. В течение 15 секунд вы получаете на 50% больше адреналина, нанося урон. Но на это время вы становитесь устойчивы к утечке адреналина, а также к эффекту замораживания. Я не уверен, что это стоит того, чтобы потерять яд. Но звучит неплохо. Так, еще нужно найти. Данные, да, где-то данные, где-то сундучок. Он явно не здесь. Где-то, наверное, на втором этаже я проход какой-то не увидел. Нашел. В следующий раз, когда пойдешь во вторую точку такую же, сразу засвети все. Я хотел, но подумал, что там, скорее всего, все линейно и просто будет. Смотри, оно где-то на нашем уровне. Ну ты левую сторону осмотрел, по-моему, а правую не добежал. Он прямо вообще куда-то. Где мы там не увидели? Где-то в центре прямо. Может, там реально в центре прямо? Я вокруг пробежал, а в центре... Ну да. Если меня тут заметят, будет плохо. Я видел эту штуку, но почему-то не приметил ее как-то. Хорошо. Знание ИС плюс 10. У нас второй уровень. Сейчас медленным шагом выйдем наружу и посмотрим карту. А, я могу отсюда портнуться, кстати. Значит, посмотрим карту. А заданий у нас никаких не открылось новых. Но мы сможем зайти вот там, где второй уровень открывался. Слева, да, вот это? Нет у нас такого. У нас первый есть и третий есть. Второго нет. Это тоже третий вот в центре, которая? Ну, да, не в центре, это левее. Третий. Это левее. Третий. Левее. Это вот второй. Это... Ой, это первый. А. Ну ладно, давай к следующей точке тогда. Сюда, я думаю, да. Здесь прям точно то же самое сделано. Сразу засвети. Я пытаюсь. Раз. О, кстати, подсветило, что вход первого уровня тут. Ну все. Все ли?
Ну, людишки там всякие. Сундуки простые, может быть, еще. Как далеко? Ну, я имею в виду Ису. Угу. А, здесь сразу подсвечивает. Угу. То есть мы бы сюда сразу бы, прям в начале игры, не зашли бы. Интересно, а у третьего хранилища? Какой уровень? Да, какой уровень будет? Второй? Капитан, данные, откровения, адамантин. Как раз мы сейчас заберем здесь адамантин, сделаем одно из заданий глобальных. Сразу заберу эту штуку, пока не потерял. Ну да, ты можешь. Хохотнул так на предыдущем. Разбивать, а то они побегут сразу все такие. Угу. Ну да, они после оглушения, получается, тревога у них начинается. Ну, там их как бы мало кого заденет, хотя нет, вот всех вокруг, наверное, и заденет. А в каком радиусе она работает? Ну, там не очень большой радиус, но я думаю, что вот этих задело бы, которые на вторых этажах там стоят. Поняла. Плюс 30 сразу. Гнев Ареса. Теперь это усиление доступно в меню способностей. Это кто? Это что? Я даже не помню. По иконке. Вот оно. Подобно свирепому Аресу, вы вонзаете свое копье в землю, создавая область диаметром 5 метров. Оказавшиеся в ее пределах враги замедляются. Через 14 секунд они получат 250% урона воина и еще 50% урона за каждого дополнительного врага внутри области. Шутите, что ли? 14 секунд. Они столько не живут. И не стоят на месте. Да, не очень удобно. Хотя, если я буду качать воина, в чем уже не то чтобы много смысла, судя по всему, то можно было бы взять. Ну-ка. А, смотри-ка, их не задел. Вот внизу только задел, закашлял. Угу. Сразу. Пошел. Надеюсь, тот будет стоять. Все, еще есть кто-то? ПАНИ, цикл 52031. Доклад из лаборатории скрещивания генов. Цикл 52031. Подопытные не усвоили генетические модификаторы через пищу. Цикл 52154. Подопытные погибли. Требуется реабилитация и замена. Цикл 53115. Подопытные легко усваивают определенные комбинации ДНК. Цикл 53201. Подопытные враждебно настроены. Система безопасности взломана. Один подопытный сбежал. Цикл 54010. Лаборатория скрещивания генов прекращает работу по приказу Декаста Басилевса. Все записи должны быть уничтожены. Угу. Долго они... Он запретил им проводить эксперимент.
Так я думаю, он правила эти адаптировал. Каждый цикл там дописывал какие-то правила, что можно, а что нельзя. Алло, почему не умерла? Если вы все это время слышали какие-то непонятные шумы, тут кот тарахтит. У Наташи на коленочках лежит Лёва. Ну, он пришел, давай меня бодать. Я его аккуратненько на руки подняла, он лежит, тарахтит. Слитки адамантина. Адамантин — это драгоценный металл, который использовали при создании частицы Дема. В кузнице Атлантиды из слитков адамантина можно выковать легендарное оружие. Несколько слитков, бла-бла-бла, в общем, да-да-да. Ну, я думаю, на таком расстоянии не должно быть слышно. Лёв, скажи привет всем. Так, я пока полетел в кузницу. В третью не пойдешь? Нет смысла, не вижу пока в третью идти. У нас же это финальное задание вроде как подразумевается. А, я не могу. Сейчас. Не перемещают в кузницу? А, выйти нужно? Да, выйти надо. Здесь территория агрессивная.